И с вами Саша Киреева, и добро пожаловать на наш ролик. Ну и сегодня мы с вами играем в ПК XD. В принципе, с вами просто играю. Я вам, в принципе, просто покажу обнову, так как у меня пока нет ролика про обнову. Так что сегодня я вам просто покажу, что у нас здесь есть в обнове, какие где секретные коробочки, как я все получала. Ну и, конечно же, заработаю монет для, конечно же, поля для наших питомцев. Ну а перед началом этого видео не забудьте подписаться и поставить лайкосик, чтобы не пропустить мой видосик. Ну а мы начинаем. Сейчас я должна забрать 500 монет. И мы с вами начнем ролик. Кстати, у нас стал... Если с завтрашнего дня считать, то кажется, то у нас будет последний день, да? До августа. Так что вот так. Ладно, ребята, я открылась. Вот, ребята, вот такая я как выгляжу, вот так. У меня тут сапожки, все тут у меня есть. Очень классно, короче. С вами мы, конечно же, еще будем летать, так как у меня много денег. Ладно, ребята, так. Все, давайте. И, кстати, еще мне нужно сделать QR-код. Кстати, там теперь даже животные есть. Ладно, так, сейчас я должна сделать код на реального единорога. Представляете, наконец-то раздрапы сделали прекрасный подарок для всех нубов. Теперь можно забрать бесплатно этим кодиком единорога. Unicorn. Единорога Unicorn. Так что вот так, сейчас мы с вами попробуем этот код. Так, окей, сейчас я должна посмотреть в телеке еще раз этот ролик про код. И я этот код введу, и потом мы с вами заберем нашего единорога. Так, ребята, я все поняла, нужно здесь было I сделать, ну, в принципе, I, так что вот так. Так, сейчас мы с вами возьмем единорога. Реальный единорог! Скрины хочу сделать. Все, я сделала скрин, ребята, очень классно, вы сами получили единорога. Классно. Так, все, окей, ребята. Еще вы, кстати, на обложке видели этот единорога. Ну, на первью шичке. Ладно, ребята, так. Ладно, давайте мы с вами достанем этого единорога. Классно, реально, ребята, классно сделали для единорога. Называется черный единорог. Так, давайте посмотрим инфу нашего единорога. Ребята, я теперь его каждый раз носить буду. Так, ладно, черный единорог, день рождения, конечно же, сегодняшнего дня. Кстати, представляете, вчера так интернет зависал. Я вчера один раз сидела без телефона, конечно, у меня Sunny Surf все сбросилось. В слаймах тоже я там делаю про слаймы. Ингредиенты не сбросились. Ну, так что вот так. Потом интернет вернули, все было классно. Но, к сожалению, все сбросилось. Ну, некоторые сбросились игры. Ну, ладно. Так. Ладно, черный единорог. День рождения 30 июля. Так. Сегодня день дружбы. Так, ладно. Уровень первый. Ранг легендарный. Легендарка. Вид черный единорог. Характер бесстрашный, классно. Ну, конечно, это же Лего. Леги, они всегда бесстрашные. Ладно, ребята, так, как его назвать? Черекью. Черекью.
просто не молчать. Я себе всю лишь бы снова не потеряться. Может, это просто радость, что тянет меня. Чина! Чина, давайте назовем ее. Это имя не подходит для этой. Я снова передаю ума. Чине. Почему не подходит? Клози. Клози подходит. Ладно, окей, Клози моя любименькая. Так, давайте мы, кстати, еще посмотрим, как она у нас выглядит. Вот так она классно выглядит. Реально, для нубов это самое лучшее в жизни. И посмотрите, какой у нас след классный. Все, я ее, короче, только ее буду прокачивать теперь. Это мой символ. Этого дня. Символ этого дня. Кстати, ребята, с днем дружбы. Ну да, сегодня день дружбы. Так что поздравляю всех с днем дружбы. Желаю вам прекрасного дня. Желаю дружить со всеми. Желаю не ссориться. Ну и, короче, с днем дружбы и ура! Ладно, так, короче, поздравляю. Кстати, вы знали то, что вот это вот типа 5? Один дает вот это вот, другой вот это вот. Ладно, так, давайте все. Короче, так. Да, вот здесь вот я на сцене делала тот клип. Простите за такой бешеный звук, я даже вас извинила в комментариях. Так, ладно, что мне купить? Короче, все, покупаем вот это. Тоже скрин надо сделать. Все сделали. Конечно, у меня тут кисть очень близко стоит к камере. Ладно, так. Окей, вот. Поздравляю! Днем! Конечно же, нашего дня. Ладно, так. Теперь, ну, мы, в принципе, с вами, ребята, покатаемся в самом конце. Да, ребята, как вы видите, все пропало, в принципе, у нас летнее, видите? Вот, все пропало, так, у нас новое задание, войти в озеро, мы с вами это выполнили. Я даже не знаю, давайте мы с вами посмотрим, что у нас здесь. Так, ну да, как всегда, за все деньги. Так, это эксклюзивные предметы у нас уже было. Ну, блин, почему за деньги? Я думала, то, что как всегда за рубли, как и в том было там первое начало. Блин. Короче, ребята, давайте дальше. Блин. Вот почему каждый раз ошибка подключения? Вот, блин, пожалуйста, здравы, исправьте этот баг. Ладно, так, самое важное в этом событии, это, конечно же... Так, ладно, она у меня пить хочет. Ладно, так, давайте. Самое... А, ну да, это уже было давно. Самое главное в этом событии, это, конечно же, наш портал. Там есть все, что есть, то, что нужно в нашем событии. Вот здесь вот, конечно же, у нас два новых сундучка. Вот, видите, у нас здесь даже животные бегают. Кстати, я когда ролик делала, я даже не заметила, то, что у нас здесь есть неоновый сокол, который у нас ищет, конечно же, наш робот, который вот там вот... Который вот здесь, в принципе. Вот давайте мы с вами почитаем здесь. Вот давайте. Вот. Добро пожаловать на вечеринку питомцев развлекайся. Ой, не можешь ли найти моего друга неонового сокола? И, кстати, вот это вот что за собака-то? Представьте. Я даже ролик, когда записывала, то она была то же самое. Ну, блин, ну почему баг-то не исправляют? Эта собака хочет спать спокойно. Никто не дает ей ничего спать. Ладно, так, Клози, сейчас подожди, мне нужно взять пауэр-ап и показать ребятам, где наша секретная коробка. Так, у меня пауэр-апа еще 3 есть. Давайте. Вот, я вам прямо сейчас серьезно вам покажу. И да, если что, обновка выглядит как годовщина ПК XD. Ну, не ДР, ну да, ДР. Так, ладно,
Ну, можно по-любому, в принципе, назвать. Так, вот, вот так вот, вот мы, в принципе, должны для этого паркурить. Вот так паркурим. Теперь вот так. И вот здесь вот у нас будет секретная коробочка. Вот здесь вот, где я и стою. Вот здесь у нас будет секретная коробочка. Так, Кози, ты где? Кози, вот она ты. Так, кстати, ты пить хочешь? Давай ты пока попьешь, а я пока ролик сниму. Ладно, и вот я хочу, кстати, еще купить, но я буду это не в ролике делать, не в ролике. Если что, я ролик сниму. Ладно, так, все, короче. Потому что я хочу покупать вот этих вот питомцев. Особенно Лего я хочу всегда выбивать. И вот, кстати, ребята, у нас новые питомцы. Вот они, в самом низу. Два, вот. Вот, давайте я вам даже кистью покажу. Вот они. Это самые легендарные, которые у нас появились в этом обновлении. Ладно, ребята, с первой коробкой разобрались. Теперь давайте дальше. А дальше, ребята, у нас... Опять нужно, блин, взять Power Up. А, он даже не работает там. Ну, в принципе, давайте. Да, я вам покажу сейчас. Ой, блин. Нужно было прыгнуть. Все, короче. Давайте. Короче, у меня денег полно, как вы видите. Но, в принципе, я, конечно же, так зарабатывала, что ли. Ну, да. Я даже больше зарабатывала, так что, в принципе, я богатая в ПКХД. Ну, не такая уж. Так, ладно, вот это вот я поле хочу купить и поставить себе при обновке. Блин, почему они... А, это... Ну, классно, классно, в принципе. Так, ладно, дальше, ребята, у нас... Давайте я вам покажу. О, как мило ты тут кудришишься. Ладно, так, давайте... А, вот здесь вот нужно было просто. Так, вот здесь вот, в принципе, ребята, заходим. Самое главное, заходить на край, так как... если на самый край, то вы сможете перепрыгнуть. До самого края никак нельзя. Особенно там есть очень сложные уровни. С очень сложными уровнями то же самое нужно делать. Так что встаем на край. Если не получилось на край встать, то мы... Конечно же, опять повторно встаем на вот эту вот и, конечно же, прыгаем. Так, ладно, давайте я возьму вот этот вот. У нас же копировка есть. Ладно, так, давайте. Вот очень классно то, что разрабы такой прекрасный подарок сделали. Не, ну серьезно. Вот, кстати, через 30 минут у меня начнется, даже через меньше минут, начнется, конечно же, у меня наш... Наше официальное аудио я сама вчера сделала, когда не было еще инета. Блин, 13 минут. Так, все, короче, погнали. Ну, в принципе, можно даже с космическим костюмом, неважно. Ну, в принципе, с космическим костюмом еще лучше. Так что берите космический костюм. Там даже силы не работают. Можете даже пауэр-ап не брать. О, я думала, что я не попрыгну. Так, с этим еще сила увеличивается. Вот где-то, в принципе, где-то, в принципе, вот здесь. А, ну да, вот здесь вот у нас новая секретная коробочка. Ладно, ребят, давайте мы с вами посмотрим, что у нас в этой гонке вообще. Ну, в принципе, в том, да? Давайте, короче, потусим. Музыка. Ладно, так, музыка у нас на заднем фоне, как вы слышите. Так что так. Как всегда, я беру музыку из телеги. Кто не знает, да, я беру из телеги и, конечно же, мою создаю. Ну и вот делаю на задний фон. Ладно, так, забираем опять же монеты. Так. Кстати, почти с вот такой вот ценой стоил этот набор. Теперь они за настоящие деньги. Зря у деньги. Ну и, конечно же, наша третья коробка, в смысле, это самая первая была на обновке. Это, конечно же, на самой верхушке вот этой вот игры наверх. Да-д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 а. Игра наверх, опять же, вернулась только с другими, с другими кубиками. Вот, посмотрите. О, вот. Так, а чё никто не готовится? Ну да, вы уже увидели, там животное.
Ну, я думаю, то, что каждый раз будет. Ой. То, что у нас каждый раз теперь будет. На каждой обновке, конечно же, это. И, кстати, вот мы нашли этого сокола. Куда ты бежишь? Куда ты бежишь? Не надо бежать туда. Кстати, в ночи очень прекрасно смотрится. Я даже попробую ночной клип сделать. Я попробую сделать. Пойду какую-то песню, и все. Ну что, куда мы с тобой не уйдешь? Так, сейчас, подождите. Так, все, ребята, мы все сделали так. Здесь, в принципе, можно лимит сделать на 400. Я в ролике, опять же, тоже делала так. Так, ладно, так. Блин, что же вам... давайте мы, типа, все покажем. Блин, я на острове все забыла показать. Не все показала я, в принципе. Блин. Сейчас я делала ролик. У меня была непривезенная ошибка, но ролик сохранился, вы сейчас его прямо сейчас видели, некоторые моменты не сохранились. Ну и, короче, давайте я вам все покажу. Короче, вот. Давайте. Ну, все на обновке. Вот это типа магазинчик. Вот здесь можно купить одежду. Вот, я здесь, если покупать вот все мои предметы, которые я покупала, то это стоит, конечно же, 475 монет, в принципе. Ну, где-то, да. Вот столько монет стоит. Все вот предметы стоят 700 с чем-то, короче. Так, дальше, ребята. Вот здесь вот у нас, в принципе, животные определенные. Они тоже у нас символы. Ну, самый главный символ, это, конечно же, это единорог, который убегает. Ну и, конечно же, это... спящая собака тупая, которая спит с открытыми глазами. Так что вот так. Так, вы сейчас не видите кисть, но я могу делать скриншот вот так. Видите? Вот у меня тут значок. Ну, хотя кисть тоже мне мешает. Так что, ребята, вот так. Так, не хочу играть в игру наверх. Так, ладно. В принципе, я вам все на острове показала. Теперь можно показать всю эту, конечно же, нашу обнову. Вот здесь вот, ребята, у нас типа вот острова видно. Да, ребята. Еще вот здесь вот новости. Как всегда, исправленные ошибки. Но ошибки хоть и не исправлены. Ладно, так, что мне, ребята, сейчас сделать с вами здесь? О, идея! Подписывайтесь! Еще, подписывайтесь. Давайте. Подписывайтесь! Да, ребята, это если что. Снег, вдруг меня кто-то обижать будет, а я его такой... Ой. Спасибо, штука, ты мне пригодилась. Ладно, так. Все, ребята. Теперь мы, в принципе, можем с вами покататься, так как уже, в принципе, я вам все показала на обнове. Так. Блин, что они этот бар... Я даже давно не знаю. 200 лайков! Почему не сильно разблокировался? Есть же такой стикер. Ладно, короче, все. А давайте мы с вами сейчас спрыгнем, и мы сейчас с вами пробуем. Еще раз же, вы прямо сейчас вот здесь вот внизу видите код. В смысле, наверху меня видите код. Вводите его и получите вот этого вот черного единорога. Это реально работает. Так что вот так. Вы даже посмотрите, он там тоже выложил ролик. Ладно, так. Мы не можем же покататься, блин, я забыла, срок же истек. Блин, мы же могли... А могли бы тут парашют это сделать? Ну, чтобы все покатались.
Блин, куда мне деньги теперь девать? Куда мне деньги девать? Куда мне деньги девать? А, ну кстати, я же, ребята, могу сделать с помощью штук. Блин, 4 минуты. А, это получается то, что сейчас 19 минут у нас, ребята, идет ролик. Ладно, так. Я же могу вот такую вот сделать. Ладно, так. Базовые формы, вот. А, я тогда смогу только немного сделать, ладно. Давайте. А, я же сначала купить должна. Теперь можно делать баг. Баг, леди баг. Ха. Так. О, у меня еще деньги есть. Найс. То сейчас бы не остались. А, ну да, да, я просто забыла. Так, все. Да, если что, кто не знает баг, то, конечно же, давайте я его вам покажу. Вот, типа, ребята, заходим в эту зону, вот. Ну, в принципе, берем питомца на руки, заходим в эту зону, потом отпускаем питомца и опять уходим. Да, ребята, вот это баг. Здесь можно, в принципе, оставлять питомцев и пока, ну, пока смотреть не можем. Ну, в принципе, просто можно поглядеть на дом, если просто на дом можно посмотреть. И, кстати, здесь, в принципе, я должна буду заработать все мои, конечно же, деньги, чтобы купить здесь и там, конечно же, наш уход. Так, ладно, ты здесь есть хочешь? Ладно, давай я тебя оставлю поесть, и мы будем заканчивать ролик. И, кстати, я здесь должна сделать еще мою домашнюю форму. И, кстати, кто не знает, наш новый значок выглядит вот так. Конечно же, вот так. Вот он на одежде. Вы сейчас видите, даже кружочек вам покажет. А где это? А, вот это. Так, все, вам показывает кружочек. Да, ребята, это именно телепортатор. Именно телепортатор, да, ребята. Так что вот так. В принципе, я вот так буду с домашней одеждой. И мне еще нужно домашнюю. Так. Кто спит? Ко мне кто-то зашел? Вот так, в принципе. Кому-то геро, джоно, пибесеро. Так, ладно. Мы с другой там формы, если что, были. В клипе. И имя София. Ладно, короче, все. Я надеюсь, что вам этот ролик понравился. Все подписывайтесь на канал. Не забывайте про код. Если у вас питомцы...
Если у вас питомцы прямо такие, идут, то вы можете, конечно же, зайти, и у вас питомцы не будут беспокоить. Ладно, ребята, я надеюсь, что вам этот ролик понравился. Все подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну а также будете ставить колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. Все подписывайтесь на канал, ну и всем, конечно же, огромный пятиецкий... я же должна еще обои новые сделать. Господи, как же я забыла. Все, теперь можно заканчивать ролик. Все подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Я же перчатки, наставила при копировке. Какая желе, Хотя я даже жаркость не чувствовала. Так, все, короче, сохраняем я копировку без этих тупых перчаток. Все подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну а также будете ставить колокольчик, чтобы не пропустить все мои новые видео. Все подписывайтесь... А что у меня такое? Все подписывайтесь на канал, всем, конечно же. Всем... Пока, нюнсики! Ла-л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 а